А, да, один! Да господи, это что за... А чё я... А! Блин, я так хотел выживать, что все умерли! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Пингвинус, Ампер, Думгай, Гусенек, Угар, Угар, Угабуба, Васаби, Тимончик, пацаны, скажите веселые слова. Всем привет, здравствуйте. Всем привет, ребят. Если пять кушки, приятного аппетита, а у нас рубрика «Убегаем от аниматроников». Погнали! Сегодня у нас аниматроник играет настоящий игрок, поэтому он покажет, как надо мочить. И кто проигрывает, тоже берет аниматроников, а последний выживший, как всегда, у нас сможет брать любое оружие. Ты меня не убьешь, потому что я профессиональный игрок. Лучше беги за другими. Спорим? Все, я тебя сейчас убью. Нет. Я буду просто бегать по кругу так бесконечно. Лучше заходи в помещение и там мочи, пацанов. Это будет больше шансов тебя кого-то убить. И кто первый умрет, тот лох. То пацаны старались и не поддавались. А я пока мисс помочу стекла. Эй, ты что сломаешь? Кто умирает, это кто? Все, Тимончик. Кто у нас? Лох. Правильно, лох. Красавчик. Красавчик лох. Так, ну что, теперь у нас два аниматроника. Я думаю, что последний моей игроку придется не сладко. Мне кажется, я даже сразу подготовлю, знаете себе, какое оружие? Пригвождатель. Только это оружие меня спасет. И знаешь, почему ты очень часто умирал? Потому что слишком самоуверенный. Да-да-да, нельзя быть слишком самоуверенным. О, убийца пошел, стекло. Давай налево, бежим. Так. Еще никто не умирает, удивительно. А ты их видишь? Пацаны, инфу. Вот, я вижу аниматроника. Я вижу, шкерьтесь. Не-не-не-не-не, я так не дамся тебе живым, только мертвым. Да. А, согласен. Ну бегай. Я буду вот так просто скакать и все. Мужики, обходите его. А что, мужики, ты один всего, вас двое, вас не так уж-то и много. Нас трое уже. А, вас уже трое? Да, нифига уже себе вы мочите. Лучше идите в пиццерию, там пацаны сидят, зашкерились. Господи, отстанет меня крыса. Так, это не крыса, наверное, а мыша. Мыша. Ну там же написано Red, это значит крыса. Так, знаете, что мне надо сделать? Мне надо как-то попасть на крышу и на крыше шкериться. Мне кажется, это хорошая тактика будет, ребята. Сразу ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день. И кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Ссылочка где, пацаны? В описании. Совершенно верно. Где он? Где он? Ты его видишь? Я его слышу. Тут долбанная дверь. Крыса, отстань. Ой-ой-ой, зря мы сюда забежали, наверное. Ну, конечно. Лучше выходить со здания. Блин, я зашел туда, сразу как-то страшно стало. Есть! Гусанек слился. А то сколько уже игроков? 4? Там они... Меня свой же слил. А, понял. Значит, вот все-таки трое. Нет, вас четверо. Вас пятеро. Что? Эй, вы чё, мужики, гоните? Вы чего? Не надо так делать. Дим, хочешь умереть? Не, я не дамся тебе живым. Я вот так просто буду бегать по кругу. Ой, и я всё. Своего убил. Не-не-не-не-не-не, так это не работает. Я буду вот так бегать. Буду прыгать и прыгать бесконечно. Дима, уберите Диму. Не-не-не-не-не-не, я не хочу умирать, пацаны. Ого, вас сколько? Сколько же уже аниматроников? Это жесть. Они сзади меня, помогите. Нет, мы тебе не поможем. Дим, тебе только Бог поможет. Нет, я буду жить до последнего. Отлично, отлично, ребята. Это васаби. Пойдет. А, они тут. Нет. Я один остался или нет еще? Да, один. Да господи, это что за... А! Блин, я так хотел выживать, что все умерли. Да. Да ладно, хорошо, пацаны. Раз такое дело, давайте тогда я начну играть за аниматроника и посмотрим, как я сейчас буду вас мочить. Ну что, ребята, первый раунд прошел очень быстро, весело и азартно, поэтому я вам покажу, как надо сейчас мочить. Ой, не надо. Ну что, пацаны, вы готовы? Да. 3, 2, 1, погнали. Вот смотри, бежит прям. А, да? Я и как. Ну, я пощадил. На самом деле я мог бы его сразу убить. Видите? Блин, вообще жесть.
Ну эта карта реально маленькая, но надо было мне немножко другую тактику подбирать. Ой, извини. Блин, как мне нравится играть за аниматроника, чувствуется мощь. Отстаньте. Да не отстанем мы от тебя. А, крыса на меня бежит. Помогите, живая крыса. Надо вот так срезать, смотрите, я его сейчас убью. Смотрите, все, он в углу. Эй! А блин, да что то Юлин, я всех мочу. Опа, а кто-то на крыше? А я иду к нему. Они так долго не продержатся. Нас пока есть двое, да? Или трое? Вижу, смотрите. Ну, смертник. Я не попал. На меня? А за кем я гоняюсь? Я гоняюсь за Думгаем. Да, вот. Давай, мочи его. Я хочу его убить. Я пойду его обойду. А, хорошо, я иду наверх. Иди, удачи. Я иду, не переживай. А чё ты в стену идешь? Это очень странно, у нас аниматроник. Сбой программы. Да, чё так... Так, я пошел вовнутрь. А вот теперь... Вот он, мелочи скелета. Скелет! Да что ж такое? А Пингвинус был аниматроником или нет? А я был. Был, хорошо. Значит, все правильно я сделал. Ой-ой-ой. Это так не работает, пацаны. Сабис, сработалось. Вижу. Крыса пробралась к нам в дом. Да? Зачем было так тупо стоять? Васаби, че ты не убегал? Да у меня это... Я был занят другими, я подбирал... А, ну все, а я был занят убийством тебя. Так, осталось у нас сколько? 2 или 3 человека в живых, да? Давайте их загоним до смерти. Вот, я вижу. Это самый у нас был лучший игрок до этого момента. Вообще класс. Ладно, не судьба. Не судьба. Ой, блин, что-то опять своего не убил. Вижу. Как это тебя я не убил? Гусенек, ты сейчас умрешь. Давайте. А ты один остался, Гусенек? Да, только Гусенек. Гусенек, можешь использовать любое оружие, кроме бомб. Я еще остался. Ну давайте, пацаны, я вам разрешаю использовать оружие, чтобы было веселее. Пригвождатель, любое оружие можете использовать. А все, он умер. А ну все. На крыше и в ступор. Ну все правильно он делает, он самый умный оказался. У него IQ плюс один. Один. Когда ему поднялся, он просто стоял. Подожди, а Гусенек же умер, че он убегает? Или же, а нет, Гусенек не умер, да? Я умер. Нет, я его убил. Тимон, зачем ты меня убил? А че ты не берешь аниматроника? Вообще, он был еще один. Нет. Вот, Угабуга, где он? Давайте его искать. Нет, ты умер, Дима ведь убивал скелетов. Да? Я уже не помню, кого я убивал. Я всех подряд почти кого вижу. Ладно, давай точно что сделаем. Ну все. Что, все, всех убили? Да. Блин. Ребята, давайте сейчас сделаем такой раунд. Я буду один, ну, с админским пистолетом. Как вы думаете, это не сильно читерски? Это тот ролик, где я буду использовать админский пистолет и мочить пацанов. Вы готовы? Да. 3, 2, 1. Погнали. Я думаю, что, ребята, админский пистолет покажет, на что он способен и как надо вообще воевать. Ты крыса! Я знал, что надо такую тактику выбирать. Жестко. Ух, мы, ребята, добавили классные эффекты. Теперь у нас, смотрите, как искры фигачат. Так нечестно, Дима, нет другого входа. Хорошо, давайте я вас подпущу ближе. Заходи. Ну что, вот они все, красавчики. Мы еще скачали мод на прицел, у меня теперь такой жирнячий белый прицел, которому я не промажу. Ну что, давай, подходи. Мне кажется, это, ребята, бесконечная игра, когда их будут просто мочить. А дай мне любые аниматроники. Любых можете брать? Сейчас нужно будет телепортироваться, Дима. А, нет, телепортировать, только вы не залетайте на крышу, это будет нечестно. Дима, не убивай меня, я тебе хлеба дам. Ты мне хлеба дашь? У тебя есть хлеб? Да, у меня есть хлеб. Хорошо. А, я тебя увидел. Я знал, что ты возьмешь этих аниматроников, я знал. Дима, ку-ку.
Ты хитрый! Ты хитрый! Продолжаем в том же духе. Так. Нужно взять, у которых прям... Тихонечко. Давайте здороваться. Я, пацаны, запрятался в помещении. А ну ищите меня, найдете меня в комнате? Окей. В комнате? Да. Я в одной из комнат сижу в пиццерии. Он под лестницей? А, нет. Ищите. Блин, да нет, я не в туалете. Да. Я не в туалете, пацаны. Я не умру в туалете. Так, а кто это у нас тут дверь открывал? Серьезно. Где стреляют? Это врешь. Где-то рядом. Я в пиццерии, слышишь, где стреляю? Да, ты прям около меня стреляешь. Наверху. Так, я что-то видел. Не. Ой, мне показалось, тут течет. Дима на крыше. Я знаю, где Дима. Нет, он возле машины. Да блин, увидел, спалил контору. Хорошо, молодец. Оговорился, что помещу. Тимончик, молодец, убил меня. Ну блин. Тимончик, давай теперь ты один выживший, а мы будем все за аниматроников. 3, 2, 1. Тимончик с админским пистолетом против нас всех. Проверить, он немножко думает, что мы будем по-другому. Я буду его сейчас по-другому мочить. Я его вот тут видел, он наверху, пацаны. Он наверху? Да, он наверху. Ой. Мгновенность! А как ты у меня одетый? Нифига себе, у меня быстро убыл, видели? Это просто мгновенная смерть. Это как? Молодец, Тимончик! Молодец! Где он инфу? Да где он мочит? Вы видите, какой он классный игрок? Он лучше меня играет. Давайте еще раз попробуем. Так, а теперь я не буду умирать. Я вижу, где он стоит, пацаны. Он в углу стоит, на крыше. И сел на корточки. Вот, давай, мочи его. Меня уже убил гусенек. Все. Ну что, гусенек, давай теперь ты покажешь, как надо воевать против аниматроников. 3, 2, 1. Ну что, гусенек, покажи, на что ты способен. Откройте нормальную дверь. Ставьте очередь. Мне кажется, мы его быстро сольем. Если бы я вот так, наверное, бы стрелял бесконечно бы по дверям, ну блин, а можно телепортировать? Молодец, Тимончик, всех убил. 3, 2, 1. Тимончик лучший игрок и покажет еще раз, как надо играть. Надеюсь, у него тактика сейчас поменяется, он будет лучше играть. Так, а его здесь нету. А где он? Покажите, где он, подскажите. Так. Вот он тут. Все. Вы же сговорились все. Я стоял за углом, но когда тут идет, он его убьет, и резко я влетаю. 2, 1, погнали. Мы, ребята, взяли более лайтовых аниматроников, потому что через стены убивать, конечно, это классно. А вот победить чувака, который с админским пистолетом, намного сложнее будет. Скажите, где он? Так, ну я пока спрятался. Пока никого вообще. Я знаю, он, скорее всего, в продавке охраны. Бежим туда все. Нет его там. Нет его? Нету. Может, он здесь где-то? Дам подсказку, я на крыше. А, хорошо. Он сейчас будет двери чекать, пацаны, как и я. Да. Попробуй. Молодец. Я сейчас посмотрю, как пацаны будут умирать. Он обманул, его нету. Ладно, логично. Ах ты хитрый жук. В туалете сижу. Нет. Точно? Ах, зараза! Я испугал. Ох, смотрите, как кровяша сделана. Блин, классную тактику выбрал. Тактика крысы, это моя тактика. Он возле лестницы там. Не, он в кладовке, получается, охранника. Так, да, я в кладовке у охранника. Вот, видите. Есть. Убили? Да. Есть. Сейчас мы, ребята, сделаем ПВП аниматроников. Каждый сам за себя. И только с этого пака других брать нельзя. Вы готовы? Да. 3, 2, 1. ПВП началось. И кто выиграет в этом ролике, будет лучшим игроком. Пингвин сейчас станет. Да. Кто проиграет, не участвует, сразу говорю. Останется только последний лучший игрок. Да ладно, васаби! Да как меня убил? Ах ты жопа! А, ну все, справедливость восторжествовала. Так, я посмотрю, кто же останется. Представьте, будет ничья.
А смотрите, зашкерился. Уга-буга зашкерился. Хорошая тактика. Подождать, пока все проиграют, потом последнего убить. Так, давайте за ним последим. Так, побежал. Вот еще три аниматроника. Ну-ка. Ну? Я думал, что Пингвинус выиграет. Он хорошо играет. Пингвинус, давай, я хочу, чтобы ты выиграл. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Пингвинус, давай. Аккуратно, не спеши. Пингвинус, молодец. Ну, как всегда, Пингвинус у нас один из лучших игроков. Нет, я еще жив. А, еще нет, еще один. Пингвинус, давай, я в тебя верю. Ты сможешь. Давай. Только тихонько, не спеши. Хорошо прицелься и подбери тайминг. Давай. Ну. Только не мешайте, пацаны, никому, не власти. Я буду свысока наблюдать. Это комментатор наш. Так, ну что, он отступает, Пингвинус хочет его убить. Этот боится и правильно делает, потому что Пингвинус оказался хорошим игроком. Это Ампер, да, я остался. Еще? Так, нет, я не умирал. Ампер не умирал? Я спрятался. Смотри, какой молодец. Ну что, Пингвинус, тебе еще один надо убить. Я же думал, Пингвинус выиграл, но нет. Ампер, давай, я в тебя верю. Молодец, обманул. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. А взрыв! И взрыв! Ой-ой-ой-ой-ой. Как всегда, мы все разнесли в конце.